Чувствую, Спартака сейчас поистине чемпионство. Команда по всем показателям намного превосходит своих конкурентов. Выделю некоторые. Забито Спартаком 33 мяча. Одержано 11 побед, среди которых 6 с крупным счетом. Очередной матч выигран в Ленинграде у «Зенита» 5-1. Мы сначала хотим показать все мячи Спартака. Первый мяч на счету Шмарова. А потом 3 гола забил Сергей Родионов. Он сейчас лидирует в списке снайперов, на его счету 12 мячей. Перед началом первенства в списке лучших снайперов всех чемпионатов Родионов был на 23-м месте, а теперь, забив уже 110 голов, он оказался на 10 ступенек выше. Москвичи одержали убедительную победу, но далась она не очень легко. В первом тайме «Зенит» отчаянно сопротивлялся, счет был после 45 минут ничейным, 1-1. А вот во втором тайме у «Зенита» не хватило сил для того, чтобы обороняться хорошо в своей штрафной площадке. Обратите внимание, все мячи были забиты с 10, с 12, с 13 метров. 3 мяча подряд провел Сергей Родионов. Ну а последний гол на счету капитана команды Федора Черенкова. Этот мяч вы сейчас увидите. Легко москвичи обыгрывают своих соперников, как на тренировке. Единственный гол у «Зенита» в конце первого тайма забил Аркадий Афанасьев. «Спартак» победил с крупным счетом 5-1.